Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои подписчики, всем ассаламу алейкум, с вами снова Акмал. Друзья, хочу поделиться это видео с вами. Будем готовить тушенку из бычьего хвоста, называется тушеный бычий хвост. Это получается очень вкусный, аж мясо тает во рту. Рецепт по-своему, сам свой рецепт. Очень простой рецепт, не надо никакие ингредиенты, никакой там специи для мяса, ничего не нужно, ничего не надо. Сейчас на этом видео вы сами увидите, как я готовлю. И один раз будете готовить сами, то сами увидите, какой получается вкус. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, оставьте комментарий и не забудьте подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Нам понадобится бычий хвост. Ах, смотрите, какая красавица она. Так, зира, соль, 4 репчатого лука, 2 зубчика чеснока, черный молотый перец и масло. Все, больше ничего не надо нам. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем готовить. Сначала наливаем масло в казан. Ну, где-то 200 миллиграммов наливаем. Сперва начнем жарим лук. И забыл сказать, лук жарим вместе с чесноком. Жарим лук до золотистого цвета. Почему до золотистого цвета? Потому что если мы жарим дольше до золотистого цвета, то прибавляется вкус.
уже вкус по-другому получается. Поэтому внимательно надо жарить лук. Добавляем зиру. Если вода будет кипеть, по вкусу добавляем соль, лавровый лист и закрываем крышками, потом 3-4 часа будем тушить. Так будет кипеть. Сейчас закрываем крышки и потом где-то 3-4 часа будем тушить на маленьком огне, низкой температуре. Закрываем.